Представители Сочи Теплоэнерго выезжают в районы вот уже неделю. В квартирах заядлых должников перекрывают подачу горячей воды. Пойти на такой шаг вынуждают долги. Многие горожане не оплачивают за тепло и горячую воду годами. В свою очередь должником перед поставщиками газа, воды и электроэнергии становится Сочи Теплоэнерго. Суммы сравнимы именно с нашим долгом поставщикам газа. 17 апреля мы получили предписание «Межрегионгаз», и нам ограничили поставку газа на ряд котельных города. В итоге пострадают и те, кто исправно платит за коммунальные услуги. И это уж как-то совсем несправедливо. Ваши долги, наши долги перед «Газпромом». Страдают добропорядочные граждане, потребители. Отключают целыми котельными нас от газа. По нескольку недель нет горячей воды. Люди приходят, возмущаются. Представьте, какое мы испытываем давление. Представители Сочи Теплоэнерго объясняют, почему приходится идти на крайние меры и отключать должников от подачи горячей воды. Ставят пломбу, и если потребители ее срывают, тогда уже наступает административная ответственность. А долги у населения самые разные – от 20 до 300 тысяч рублей. И ситуации тоже разные. Бывают многодетные семьи, долг у которых скопился за несколько лет. Разошлись с мужем, дети были маленькие, никто не платил. Он алименты не платил, за квартиру не платил. Спокойно выписался, уехал. А мне все это осталось. Оплатить сразу долг никто и не просит. Есть возможность заключить договор с Сочи Теплоэнерго о рассрочке платежа на год. Так поступила Юлия Наумова. Неделю назад ее тоже отключили от горячей воды. Побежала, оплатила чуть-чуть, сколько есть, говорю. Рассказала, какая ситуация, что не могу, нет той суммы на руках сразу. Помогите, подскажите, как лучше сделать. Оказывается, все легко и просто. Сегодня специалисты Сочи Теплоэнерго пришли к Юлии вновь, но чтобы уже подключить потребителя к горячему водоснабжению. Предприятие обращается ко всем должникам не доводить до крайних ситуаций, пойти на диалог с теплосетями и решить проблему сообща. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.